Новый способ вакцинации от коронавирусной инфекции появился в алтайских поликлиниках. Теперь привиться спутником ВИ можно будет назально. Работает эта нехитрая система так же, как капли от заложенности носа. Вакцину и насадки распылителей привезли в 14-ю поликлинику Барнаула несколько дней назад. Препарат ничем не отличается от внутримышечной инъекции, за исключением способа введения. Медработник просто впрыскивает пациенту жидкость в носовой проход. Благодаря этому образуются антитела, которые защищают организм от проникновения вируса воздушно-капельным путем. Главное правило – приходить на процедуру здоровым. Все было так и есть абсолютно. Если единственное, что вот у вас противопоказания к вакцинации, все те же самые. То есть это острые респираторные вирусные инфекции, либо это хронические заболевания, но в период обострения. То есть нового ничего нет. Вакцина прежняя, бояться ее не надо. Из побочных эффектов возможно повышение температуры в первые дни после процедуры. Отмечу, что перед вакцинацией пациенты в обязательном порядке проходят медосмотр, а после процедуры остаются на 30 минут под наблюдением врача. Также рекомендуется не употреблять алкогольные напитки и цитрусовые продукты, не курить и не сморкаться.